Имя 69-летней Татьяны Кравченко сейчас у всех на слуху. К сожалению, об артистке говорят вовсе не в контексте ее блистательных ролей в театре и кино. Ходят упорные слухи о том, что знаменитость страдает алкоголизмом. На днях звезду сериала «Сваты» видели в поезде в пьяном состоянии. Кроме того, Кравченко уже на улице поддерживали с двух сторон за руки, поскольку идти сама она якобы не могла. У Татьяны Эдуардовны нашелся сильный покровитель, который за нее вступился. Им оказался директор Линкома Марк Паршавер. Он убежден, что актрисе вредят бывшие друзья, распуская грязные слухи. Паршавер заверил, что Кравченко ведет приличный образ жизни и опроверг пересуды об алкоголизме. Он уверен, что звезде завидуют и портят репутацию злопыхатели-неудачники.